Здравствуйте, это канал Максимадзе и карантин. Дорогие друзья, сидите дома, никуда, блин, нафиг не выходите. А то мы никогда с вами коронавирус, блин, нафиг не победим. Короче, это GTA 4 снова и начинаем новый сезон. Третий сезон уже, который будет связан с некоторыми итальянскими персонажами, такими как Джимми Пегарино, там кто там еще будет? Дерек Макрири, Джерри Макрири. С ними мы иметь будем дело. Немного кратенько расскажу о первых двух сезонах. Если вы их не видели, обязательно посмотрите. В первом сезоне Нико Беллик у нас прибыл на корабле Платипус Liberty City. Роман Беллик, его двоюродный брат, сразу же встретил, отвез его в свою квартиру, они там прижились. Пришлось поработать на человека русской мафии Владимира Глебова, сокращенно Влад. Потом Нико его убил за то, что он приставал к девушке Романа. Пришлось потом после этого работать на Михаила Фаустина и Дмитрия Раскалова, конечно. Дмитрий Раскалов предал Фаустина, потом предал Нико, сжег нашу квартиру. На этом первый сезон закончился, второй сезон. Там поработали на Элизабету Торрес, Мэнни и Скуэлу, познакомились с семьей Макрири, Фрэнсисом там Макрири, и в конце ограбили банк. Ну и в общем, мы начинаем теперь третий сезон, и у нас, какой у нас идет выбор. Есть Джерри Макрири, Рэй Бачино и Дерек Макрири. Предлагаю начать с... Давайте к Дереку направимся, почему бы и нет-то. Нико Беллик у нас продолжает искать двух предателей с Югославской войны. Это Дарко Бревич и Флориан Кравич. Но меня, конечно, интересует местонахождение Дмитрия Тимофеевича Раскалова. Ну, отчество я сейчас сам придумал на ходу, блин. На самом деле, ничего общества нам не раскрывают. Потому что где он находится, неизвестно. Есть предположение, конечно, что он находится где-то в Хоув-Бич. Фургон я, кстати, за кадром перекрасил. Также я подружился с Дуэйном. Подружился, потусил с ним, получил возможность подмоги. Могу позвать двух его людей на помощь. Так. Еще у Брюси... получил возможность вертолет заказать, но вертолет я не думаю, что мне когда-то вообще понадобится. Вот, короче, направляемся к Дереку Макрири. Такси сразу же есть, поедем сразу же на такси. Скорее всего, третий сезон это будет последний сезон, который мы будем играть за Нико Беллика. Основная сюжетная линия, скорее всего, в третьем сезоне будет пройдена. Я, наверное, даже если не хватит, буду 11-12 серию делать в этом сезоне, если не хватит. Но надеюсь, что на 10 серий справимся, конечно. Ладно. Где у нас Дерек находится? Говорю же тебе, я не пойду. Я твой брат. Меня должен заботиться о своей семье. Привет. Обо мне вот никто не заботится. Hey, hey. Привет. Hey. О, привет, да. Твой брат сказал, что тебе нужна помощь. Like похоже, он немного смягчил ситуацию. Yeah. Да, cool. Круто. Эй, очнись! Да, я в норме, просто хотел, чтобы ты ушел. Hey. Присядь. Очень крутая штука. Я очень за тебя рад. Да ладно, не будь ханжой. Хорошо, так зачем ты нас с собой издеваешься-то? Потому что это приятно. Лучше быть под кайфом, чем жить без этого. Так что думайте, ты от этого перестанешь. Нет, меня просто
перестает мучить кое-что. Ну и что? Что тебя заботит-то? Я хочу вернуть тех людей, которые заявили, что я стукач. Людей, которые воспользовались этим, чтобы у меня украсть. Видимо, ты имел в виду твой брат, когда говорил. Тебе нужно разобраться с одним старым дельцем. Ясное дело, я хочу сказать, я ведь не святой. Меня нельзя назвать человеком принципов. Я облажался, но все-таки я старался. Я совершил ошибку, но я ее признал. Все мы совершаем ошибки. Вот именно. А этот парень до сих пор угрожает убить меня и мою семью. Как зовут его? Баки Слинго. Я слышал, что он живет в Олдерне. Ты можешь получить доступ к полицейскому компьютеру? Конечно. Найди этого ублюдка. И заткни ему пасть. А заодно и его дружкам. Ладно. Найдите полицейскую тачку. Полицейская тачка тут рядом совсем находится. Вот она. Полицейская тачка, и полицейских рядом нет. Но, по крайней мере, я их не вижу. Угу. Эй, я ввожу имя. А, язык поменять надо. Блин, я как пишется-то я забыл. Ага. Слиго. Все равно он все-таки нашел. Разыскивается бегство с места ДТП. Да, подумаешь, что там. Поехали. Эй, Дерек. Apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Похоже, твой дружок в бургершопе. Езди, проверь, только убедись, что его люди там. Я хочу, чтобы они за все заплатили. А если он один будет? Оставайся в полицейской машине, он увидит тебя и решит, что ты приехал его встать. В первую очередь, он попрется к своей бригаде. Трус. Скорее всего, потянет с собой на дно. Да, похоже на то. Я тебе скажу, когда все будет готово. Да, бургершоп. Поехали туда. Кстати, график у меня такой выбран, что по будням у меня ролики выходят, но поскольку карантин, наверное, ролики будут выходить ежедневно. Ну, не ежедневно, если я захочу делать видео. Потому что иногда я могу усталость почувствовать, и никак не до этого будет. А так у меня, поскольку мне приходится сидеть дома, я могу каждый день ролики делать. Так-то до коронавируса я мог ходить в школу по утрам, возвращаться домой, делать уроки и в свободное время записывать видео. Но если я, конечно, устану... О, фургон прикольный стоит. Но я могу устать, и из-за этого не захочется записывать, поэтому... Быть может, всякое. Приехали уже, отлично. Ох, черт. Вырубят эту сирену. Отвези меня к своим друзьям, давай. Придется пострелять, конечно. Не очень-то я люблю стрелять. Но что поделать? Нет, не, я люблю стрелять. Просто
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот прям под колеса мне прыгнула. Дурочка. Я ее объехать пытался, она мне под колеса прыгает. Искусственный интеллект полностью реалистичный, не продуман здесь у людей. Ну этот чудик тоже не по правилам дорожного движения едет. Так у... А, я думал, он повернет туда, блин. Тихо. Ага, вот здесь. Он почувствовал себя плохо сейчас, что ли? О-о-о-о! Так, пора отсюда сматываться как можно скорее. Блин, надо было полицейскую машину, наверное, сесть, потому что эта машина, мне кажется, едет медленнее. Она тяжелее и медленнее. Но я думаю, нам... Ну, здесь довольно легко скрыться от полицейских, если у тебя две или одна или две звезды. На трех звездах уже тяжелее. Все, что ли? Отлично. Направляемся к Джерри, давайте, теперь. Ну, вот так я, наверное, не поеду. Это далеко слишком. Он живет в Брокере. Нико, мой мальчик. Рад слышать твой голос. Но там можно вообще с тобой поговорить? Дерек, ты в порядке? Баки, ребята мертвы. Что? Извини, я тут на секунду отключился. Баки мертв? Ладно, хорошо, жив, мертв, какая разница, не так ли? Живой, мертвый, хороший, плохой, правильный, неправильный, мел, сыр. Я поговорю с тобой, когда ты вернешься на нашу планету, хорошо? Ладно. Роман, ты не мог бы за мной машину послать? В какой-нибудь серии, я думаю, в третьем сезоне мы... Будет серия. Роман, это твой брат. Есть возможность прислать такси? Жди, МБ. Уже высылаю машину. Отлично. Сейчас за мной приедет такси. Так. Сделаю как-нибудь серию о взаимоотношениях новых друзей. В первом сезоне уже такая серия была. Развлечения с друзьями называется. Это 7-я серия. Блин, на офигенных машинах приезжают. Да-да-да, Рэй, подожди. Давай к Джеральду. Макрири. Пошел в жопу. Нико, мы хотим, чтобы ты всегда был под рукой. Приезжай в свою новую квартиру в Олдерне. Не волнуйся за своего брата. Поживет один. Ничего с ним не случится. Новая квартирка. Новая квартирка здесь находится. Мы ее чуть позже изучим. Наверное, вот сейчас выполним вот эту миссию с Джеральдом. И... пойдем посмотрим, что же это за квартирка. Я, наверное, там жить не буду. Она маленькая квартирка. Это... Буду жить дальше в пентхаусе Плейбоя и живу я со своим братом. Я живу в
бывшем, я живу в шикарной квартире, как и Роман тоже. В шикарной квартире. У нас две шикарные квартиры, а эта квартира не шикарная. Тут никого не было, только мы с тобой. Заходи, заходи. Пивка? Нет, спасибо. Ну, ты прав. Давай лучше виски. Паки доверяет тебе, безгранично доверяет. Правда? Ты здорово проявил себя в деле с банком. Это было весело. Весело? Слишком много веселья. Вот главная проблема этой семьи во все времена. Веселое, веселье, добродушные пробуждения, отличный смех, глупые рассеянность, дурацкие мечты, никакой сосредоточенности. Сосредоточенность? Мы всегда были типичными шлюшками, работали на итальяшек, на черномазах, и все мы спускали в присущей нам манере. Вино и женщины, мгновение ока, просаживали все деньги. Очень поэтично. Да, я знаю, национальная трагедия. Но у меня есть план. Ты со мной, друг? Возможно. А в чем он заключается? Ну, первонаперво нужно спровоцировать конфликт между Анчелотти и их албанским головорезами по просьбе Джимми Пегарина. Ты установишь бомбу, наберешь номер, и все взлетит на воздух. Я хочу, чтобы она взорвалась, когда они вернутся со своей встречи. Чтобы они подумали, что это дело рук албанцев. Именно. Бомба находится в переулке на Ичхон-авеню. Подберешь ее, позвони мне. Знаешь, в одном Паки был прав. Я рад, что ты теперь с нами. Соберите бомбу с Ичхон-авеню. А где она находится-то? Находится она недалеко. А зачем я тут метку поставил? Интересно знать. Ну, поехали, что ли? Так вот, скорее всего, вот этот третий сезон будет последним. И в конце третьего сезона мы завершим вот эту вот основную часть, сюжетную линию GTA 4 оригинальную. Четвертый сезон будет посвящен дополнению баллады о Гей Тони, а пятый сезон — «Пропащие и обреченные». Да, это два дополнения. GTA 4. Мы их оба с вами тоже пройдем. В общем, Джерри, бомба у меня. Так, слушай, Анчелотти встречаются с албанцами в маленькой Италии. Машина Тони припаркована в переулке за Велдрон Стрит. В общем, ты кладешь бомбу в багажник, затем провожаешь этих умников со встречей обратно к их банде, после чего взрываешь бомбу. Убедись, что никому удалось ускользнуть. Так ты, я не понимаю, почему ты сам этим не занялся. Я себе бы не доверил подобного занятия. В твоем организме не сидит галлон виски. Позвони, когда выполнишь дело. В третьем сезоне будет одна серия, которая будет посвящена не прохождению задания, а взаимоотношениям с друзьями. С новыми друзьями, не то, что было в первом сезоне. В первом сезоне мы взаимодействовали с Мишель, с Романом, Джейковым, с Брюси, по-моему, нет. А в новой серии по взаимоотношениям можно потусить с новой девушкой Нико, Кейт Макрили, с кем еще? С Паки, Патриком Макрили. С Дуэйном потусить можно. Ну и с Брюси, по-моему, тоже. С Брюси еще можно. Почему бы и нет? В
Брюси мне, правда, не очень сильно нравится. Самовлюбленный уж слишком. Вот с мужскими видами персонажей можно взаимодействовать и получить какую-то способность. А вот с Кейт, к сожалению, просто можно тусить. Как бы свидание. После одного из заданий, которое будет позже выполнено, может от Фрэнсиса Макрири получить способность... снижать уровень розыска, если он не больше 3 звезд. Зачем я дверь пытаюсь открыть? Надо заминировать машину. Отойдите от заминированной машины и верните свое транспортное средство. Что это за стрелка? Зачем нам на эту стрелку идти? Нам туда... тьфу ты, надо сюда машину поставить. Эй, большой Тони надрал им задницы, или как? Албанцы знают, что они держат нас на мушке. По крайней мере, это лучше, чем иметь дело с ирландскими пьяницами. Забудь уже об этом наконец-то. Следуйте за Анчелотти, не попадайтесь им на глаза. Это да. Не люблю задания, где нужно держать дистанцию. Вот терпеть просто не могу такие задания. Такое задание уже было, по-моему, в первой серии 2 сезона под названием «С чистого листа», где задание Мэнни из Койла нам выдавал. Мэнни из Койла погиб уже от руки Элизабеты Торрес, которая сейчас в тюрьме сидит. Но там вот надо было за дилером ехать, соблюдая дистанцию. Дилер ехал, соблюдая правила дорожного движения. А вот эти вот нифига не соблюдают правила дорожного движения. Вон едут на красный, едут по встречке. Хотя я тоже, конечно. Кстати, напишите в комментариях, ездили ли вы когда-нибудь в GTA-шках, в любой GTA-шке по правилам. Кстати, у меня появился новый телефон, смартфон, современный такой же. Я на него поставил 3 GTA-шки, это GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Там управление немножко хуже, как по мне. Играть на ПК легче, чем на Андроиде. Но там преимущества свои есть. Например, оптимизация там лучше. Когда проваливаешь миссию, не надо будет обратно на другой конец города ехать, на то, чтобы задание снова начать заново. Просто появится меню. Ой-ой-ой-ой-ой. Там просто нажмешь, и ты попадешь туда, куда надо. Это упрощает немного прохождение игры. Но упрощает оно на самом деле в лучшую сторону, потому что... это вообще... потому что ехать туда-обратно, это просто трата времени. GTA Vice City, кстати, работает у меня вообще плавненько так вообще. Да, я стараюсь держаться подальше. На Android еще есть GTA Liberty City Stories, еще какая-то там GTA. Но я свои любимые части скачал. GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, конечно же. Даже без нее. Скачал я, конечно, не с Play Market, потому что денежки платить неохота совсем столько за игру.
И скачиваний там из-за того, что игра платная, не так уж и много. Все ее качают сами знаете где. А, нам долго уже не нужно будет. Сейчас мы всех убьем. Взорвем машину, там еще что-то взорвется. И оставшихся перестреляем. Тех, кто остался в живых. Вон там снайперы на крышах уже. Наверное, они знали, что я сюда приеду. Сорвать. Сейчас бомбанет как. Ох ты, какая красота. Люблю на такое смотреть. Ой, сейчас еще будет взрываться. Машины взрываются. Так, надо убить оставшихся в живых. Так, там еще кто-то он есть. Ну. На. И еще кто-то остался. Где-то здесь. Только где, я его не вижу. Ладно, так пойдем. Это еще что такое? Сюда. Черт побери. Опять от полицейских смазываться. Вот ненавижу. От полицейских уходить. Опасно, кстати, достаточно иногда уходить от полицейских немного опаснее, когда одна звезда, потому что на одной звезде они не стреляют, они берут и арестовывают игрока. Арест, как по мне, арест это хуже, чем смерть в этой игре, потом в GTA, потому что при аресте у вас забирают все оружие и несколько денежки забирают. Ну что, поедем в квартиру посмотрим? Джерри, я нанес сокрушительный удар по банде Анчелоти. Никто не выжил. Оставшиеся из них наверняка думают, что это дело рук албанских головорезов. Я знал, что мой брат не будет возлагать надежд на халтуришка. Они очень скоро навестят албанцев. Это лишь первый этап сложного плана. Приезжай ко мне, побеседуем с тобой о втором плане. Но сначала я хочу посмотреть свою квартиру новую. Может быть, выполним еще одно задание с Дериком? Я думаю, что... Да, я выполним, выполним. Роман, мне нужна тачка. Роман, братишка, мне очень нужно такси. Ты его за мной не отправишь? Хватит тебе бродить пешком. Машина уже едет. Отлично. О, как быстро. Отлично. Так, давайте сюда. Новую квартирку посмотрим. Но мы там оставаться в этой квартирке не будем. Пошел в жопу, я тебе сейчас как...
козел. Будешь еще раз так назовешь, и тебе в ногу пулю воткну. Опа. Нико, мне позвонил наш друг Стиви. Помнишь, он одолжил нам одну из своих клёвых тачек? Он просит, чтобы ты ее вернул? Да нет, все будем. Просто, знаешь, я заказывал. Рассказывал ему, какой ты у нас мастер. Он хотел с тобой поболтать. Ему надо тут еще пару тачек, сечешь? Я найду любую машину, если мы в центре сойдемся. Дай ему мой номер. Друг, ты просто красавец. Я позвоню Стиви. Что у нас в новой квартирке? Заглянем, посмотрим. Квартирка уютная, но маленькая. Пентхаус Playboy X мне нравится больше. Вот эта дверь заперта. На ней ванна должна, по идее, быть. Или подсобка. Или вот здесь ванна, может быть. Ладно. Давайте выполним еще одно задание с Дериком и закончим на этом серию. Первую серию третьего сезона. Да, здесь можно также сохранить машины. А Дерек у нас где находится? Ух ты, какая тачка с красивыми колесами. Вот это такая же, только с обычными колесами. К сожалению. Ой, а там полицейский. А, ничего, ему полицейскому пофигу. Ну, ничего, 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 ничего. Baby Sink. Ну, вот он уже на лодочке. Будешь управлять нашей яхтой, Нико? Вот координаты моего человека. Плывите к лодке Кима. Какого еще Кима? Интересно. Сопровождаем моего корейского партнера в ту страну на катере. Битком набитым фальшивыми долларами. Пока он платит нам настоящим, это все не важно. Должен извиниться перед тобой, Нико. Я был под кайфом, когда сказал тебе, что убил Баки и его ребят. Да, ты явно был не в себе. Я чувствовал себя не очень. Что за Эйден? Эйден, Баки с Эйденом всегда были общими интересами. Нас объединяло в то, во что мы верили. По крайней мере, я думал, что я в это верю. Я просто молод был. Так это давно было? Да, а вот Эйдена взяли за то, что он когда-то был там, где не должен быть. Стоит ли говорить, что за время нужно долго? Они с Баки думали, что донес до него я. По-другому, его надо было взять. Исходя из того, что слышал, Эйден до сих пор там не видит. Я знаю, каково это, когда тебя предают. Ух ты, кораблик. Ничего так. Ты человек парка? Я Ким, а ты Дерек? Добро пожаловать в Америку. Мы встретимся с вашими друзьями в Бохуме. Я обрисую тебе маршрут. Это лучший способ избежать проверок. Мы прикроем вас сзади. Я очередной иммигрант приехал в этот город, строит из себя невесть. Я сейчас расплачусь. Когда все будет закончено, я больше не потерплю своих братьев у себя на шее. После этого дельца я сам буду в себе. Если все пойдет как надо. Теперь все в руках, господа. Что за фигня? Что за фигня? Надо прикрыть их. Раз. А эта лодка взорвалась, а это нет. А это кто такие вообще, интересно? На этих лодках. Неужто полицейские? А, она взорвалась? Я что-то даже звука не слышал. Зато волна как хлынула. Блин. Я не могу читать и одновременно стрелять.
Ой, там это полицейские, походу. Потому что на таких вертолетах летают полицейские. Ого, ничего себе штуковина какая. Ой, блин, корабль надо. Надо, чтобы корабль отошел. Ха-ха-ха-ха. Вот так-то. Отлично. Хорош уже дурить. Возвращаемся на катер. Гранатомет с ракетами. Офигительная штуковина. Да. Блин, а нам долго плыть еще? То мы двигаемся быстрее, чем вот этот вот катер, который больше нас. Но он точно двигается быстрее, чем так как сейчас. Я на нем уже катался, на этом катере. Вот мы и на месте, и доставили его в целости и сохранности. Все, как договорил. Спасибо, мистер МакКриви. Не самая легкая поездочка. Да уж, у меня штормил. Хорошо, что вас не укачало. Надеюсь, оставшаяся часть вашего пребывания будет гладким. Увидимся, Никла. Постараюсь не спустить все деньги, Дерек. А куда еще их девать? Увидимся. Стиви, Брюси дал мне номер, сказал, что тебе нужна работа. Был в ресторанчике Фенни Крэб. Глянь Истон и увидел красавицу Реллу. Посмотри, она может быть еще там. С этим мы разберемся попозже. На этом мы закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. И не забывайте, сидите дома. Всем до свидания.